Да, действительно, завтра в Саратовском цирке открывается международный фестиваль «Принцесса цирка». И побороться за звание лучшей приехали артистки из многих стран мира. И каждая со своей уникальной программой. Сегодня последние репетиции перед главным выступлением. Как готовятся конкурсантки? В репортаже Анастасии Ивановой. На манеже главные девушки. У них расписан каждый час, каждая минута. Даже один номер – это шоу со своими декорациями и реквизитом. Поэтому и на репетицию ходят по полдня. Сегодня время хищников. Номер «Дикий мир» Людмила Суркова раньше выполняла вместе с партнером. Сейчас справляется с 11 львами и тиграми. Одна. Мне пришлось сейчас совместить и маму, и вожака. И объяснить им, что теперь я здесь у вас все-таки не мама. И не могу вас так часто гладить по голове, да, и жалеть. То есть можно и по-другому как-то. Пришлось немножечко с этим повозиться. Людмила уже становилась принцессой российского цирка. В этом году конкуренция у девушки серьезная. Конкурс впервые вышел на международный уровень. Многие из артисток только-только раскладывают свои блестящие костюмы. Для итальянки Клио этот перламутровый наряд один из любимых. В нем на высоте 3 метра девушка исполняет опасные акробатические элементы и грациозно, словно русалка, погружается в чашу с водой. Этот номер я начала готовить около 5 лет назад. Мне показалось, что будет красиво и интересно соединить в себе эквилибристику и воду. Долго готовилась, чтобы сделать номер таким, какой он есть сейчас. И я очень рада была, когда меня пригласили на конкурс «Принцесса цирка». Я люблю работать и буду счастлива, если мой номер увидят здесь. Абсолютно разные жанры и артистки. Чтобы все было идеальное, каждое движение принцесс под строгим взглядом режиссера шоу. Кроме того, выступление сопровождает королевский балет Гии Эрадзе. И это еще не все сюрпризы. О географическом разнообразии конкурса говорят вот эти флаги, которые сейчас украшают главный вход в цирк. Эфиопия, Новая Зеландия, Китай и, конечно же, Россия. Всего 11 стран-участниц, откуда приехали в Саратов будущие принцессы. Осталось ждать совсем чуть-чуть. Большое начало грандиозного фестиваля уже завтра. Анастасия Иванова, Денис Злобин, Вести, Саратов.